Добрый день! Анна Егорова, студия туров «Мир Солнца», город Кострома. Наши туристы часто при отдыхе в Таиланде планируют поездку в Камбоджу и другие соседние страны. Сейчас ситуация с визами усложнилась. Как изменилась стоимость экскурсии с выездом в Камбоджу, Лаос? Есть ли возможность получить визу для вторичного пересечения границы, если туристы уже находятся в Таиланде и захотели выехать на экскурсию в соседнюю страну? Или же такую поездку нужно планировать исключительно заранее и оформлять туристическую визу в тайском посольстве? Сколько времени занимает ее оформление? Спасибо.